Да, старт, бег по старту возглавил Коки. Здесь же в борьбе Брум и Горный Драйв со старта отстал Фарватер. На входе правый поворот впереди Коки, Бровкой Горный Драйв, в спине Брум. Перехват был у Брома. К отметке первой четверти впереди Горный Драйв и Хоккей. 32,4. 32,4 секунды. К отметке второй четверти впереди Ходки. Тридцать одна и две десятых секунды. Неправильным ходом проходит дистанцию Гордый Драйв. На входе в левый поворот впереди Ходки, на второй позиции Гордый Драйв, на третьей Бром. Замыкает Фарватер. Подметки третьей четверти впереди Ходки. 35,1 секунды. На второй позиции Гордый Драйв, на третьей Бром, на четвертой Фарватер. Там почти чуть не всю прямую, неправильно там. Внимание, финиш. А, приехал. Не опять. Вот он разошелся.